Здравствуйте, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас в преддверии этого, будем надеяться, захватывать состав хозяев. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Мы видим состав команды гостей. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Состав хозяев. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Мы видим состав команды гостей. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Состав хозяев. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Мы видим состав команды гостей. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Состав хозяев. Тренер решил ничего кардинально нового не придумывать. Да, и поэтому выставил на эту игру классическую схему 4-4-2. Мы видим состав команды гостей. Да, этот тренер явно не сторонник новаторских решений. Да, ведь его игроки выходят на поле в расстановке 4-4-2. Филиппе Монтейро. Алекс Телес. Эктор Эррера. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен. Есть поддержка в этой атаке. Можно что-то придумать тут. Ни к чему не привел навес. Мяч у защиты в итоге. Диого Фигейрош. И покидает мяч штрафную.